Я пришла на встречу с своей одноклассницей, и мы с одноклассниками, с ницами в канун 8 марта решили встретиться, и наша учительница, классный руководитель, Юлия Леонидовна. Так, это сразу видео, да? А это все играли машинки. Да, круто, это Лилия Леонидовна, наша учительница. Это мы, одноклассники. Я сижу им. Это у Людмилы дома. Лида с параллельного класса. Конечно. И я. Да. А вони нам, мы їмо, а вони нам іграють. Да, вспоминають, вспоминають. Зосіка. А у нас... Вони кожен вечір нам там. Лилия Леонидовна, в каком вы классе пришли к нам? В пятом классе, да? В шестом. Это сколько вам было лет? После института, да, сразу? 23-24. 24 года где-то, да? А нам, показывается, было сколько? Нет. А вы вообще не могли. А нам было? А, шестой класс, да. 12 где-то, да? Да. Ну, два раза вы были старше за нас. Честно сказала, что вы не классный руководитель, а подружка была. Да. Так вы еще тогда же такая худенькая. Да вы сейчас худенькая. Худенькая, светленькая. Мы вас называли Лилюшка. Ну, это такая у нас встреча. Не, вона, да, в неї там накривається, що ти, да. А діти такі були. Інтересно, звісно, да? Та на 12 років, да, много вже є літ теж. Тьомно коричневого от этого, как оно, стекла, полукруге таке, ну шикарне таке, понимаєш? Трошки построїли, уїхали. Ти, Боже, в 10 років не строять його і строять. Там скільки всього. Старого. Лілія Леонідовна, станьте отак, я вас, фотографію. Прощаємося, Лілія Леонідовна наша уходит. Все хотят выследить. Да, так бы вы уроки учили хорошо. Да. Так бы вы английский. А теперь все жалеют. Вот английский не учили, это английский не учили. Надо было знаете, учить. В то время, когда я преподавала, не было литературы. Не учебники были плохие. Сейчас все, все есть, никогда не поздно. И за границу же не выпускали. Да, не было стимула. Да, не было. Сейчас намного лучше. Был бы стимул, да. Мы бы учили, лучше английский, чем математику, да? Где там Люда? Я хочу, чтобы ты меня с Лилией Леонидовной сфотографировала. А почему я? Лида, он пусть сфотографирует. Ну, Лариса хай сфотографирує. Давай тоді двери так прикриємо, а то в нас... Да. Так, подожди, а коли ж? А, не відкрита, да. Час. Вот мы, короче говоря, все очень так, довольны. Чиз. Еще раз. Кто-то нас, Лася, еще работает. Я тоже не гуляю. Молодец. Ну все, Лилия Леонидовна, приходите, когда у нас будет встреча. Хорошо. Будем звонить, уже знаю, да. Телефон, а что-то вы, слава Богу, нашли. Дай Бог Ольге здоровья. Да, здоровья вам. Ну а сейчас мы с Сашей едем в город. Видите, наш такой... Я не очень люблю такую погоду, когда белый снег уже растает, вот, и вся грязь, все вот это, вот как бывает часто и в душе у людей, или в странах, вот такая вот какая-то непонятная еще. Трава, цветы не распустились, а уже вот это вот эти лужи, снега нет этой красоты. Почему снег вот. Есть черный весь? Да, ну вот это я желаю, чтобы вот этот вот период у каждого, если он даже наступает, чтобы он проходил быстро, чтобы быстро расцветали сады. Земля покрылась зеленью и была все-таки надежда на лучшее. И многое все-таки зависит и от нас, и от людей.
Так, что вам еще сыграть? Вообще ко всему спокойно надо относиться, как в буддизме, такое созерцание. Я уже в таком возрасте, когда где-то считала, вот, что мне уже нечего, так сказать, переживать, стесняться там, ну и так далее. Очень хорошо про возраст сказал Жванецкий. У него есть очень классный монолог, называется «Мне уже 60». Он говорит, я не помню всех фраз, но смешно. Он говорит, что если бы я не хочу... Стареть не хочу. Пишу типа в 40 лет. Я не хочу стареть, но большими буквами говорит. И что с того, что не хотел? Но потом он пишет, какие положительные стороны он нашел в этом возрасте. Говорит, столько для себя открыл нового. Не, ну мы по-любому, я даже играю одно и то же, все равно же не на месте. Конечно. А просто вы играя, вы находите какие-то ощущения, которые вас потом вы пытаетесь повторить, чтобы у вас оно закрепилось. Вы запоминаете кое-что. Непроизвольно. Чем чаще играете, тем больше вы понимаете, что ага, тут я в этом месте, вот тут, ну, тут удобно, здесь нет. Ну, вот вы будете себя чувствовать по-другому. Важно выбрать удобный для вас темп и немножко вот пульс навести вот в это состояние. То есть, чтобы у вас напряжение внутреннее сошло с тем, что, тем, что вы играете. Иначе, когда оно у вас быстрее, пульс бьется, у вас начинает этот тик нервный. Да это вот, все, это когда даже что-то записываешь, даже что-то конечно, делаешь. Вот бывает, даже забываешь за камеру. Ну, вот это хорошее такое состояние. Да. Ну, это же надо. Когда вы сосредоточены, конечно. Пробуем. Души, ну,
хоть без ошибок. Да, зачет называется. Нормально, еще разок. Сейчас уже не так страшно. Когда уже сыграли, какой-то пришли, то планку минимум. Когда планка прошла зачетная, уже легче немножко выдохнуть. Реально, несгораемая сумма, как в этой передаче. Ну, счастливчик там. Прошли какую-то сумму, уже легче. Можно выдохнуть. Ну, бывает по-всякому, когда организм уже реагирует. Уже все расслабится, и тогда уже, ну, а ладно. Пробуем еще разок. Не попробуем, я не узнаю. Да. Смотрите, я уже начала рисовать глаза. Рисую вместе с ними. Видите, они рисуют, и я рисую. Красота. Кстати, нам пришла уже посылка. Саша взял мой паспорт и свой, и пошел получать посылку. Думаю, что ему дадут, потому что у меня же тут творческий процесс. И уже не буду перерываться. Даже ради сковороды. Так, я думаю, что я закончила. Такую сковородку для презентации. Это значит, что мы хотим рассказать об этой сковородке чем большему количеству людей. Так, где эта сковородка? Это вам. Это вам не гитара. Это вам посудная. Теперь отныне я буду работать на кухне усердно. Это не гитара. Да, но это очень большая. Одновременно, боже, 5 в одном позволяет готовить 5 раз быстрее разные блюд одновременно на одной сковородке. Не быстрее? А быстрее написано. Быстрее. Ну як може бути быстрее? На любій сковородці ти будеш з однаковим количеством. Ну на одній сковороді буде 5 сковород, ну написано. 5 в одному дозволяє готувати 5 разів. 5 в одному, да. Дозволяє готувати. Економить газ 5 разів і так далі. Ніхто не йшов. Ми ніхто нічого не знаємо за економію газу. 5 разів быстрее, тому що на одній сковородці одновременно можна готувати кілька блюд. Готовить без масла. Ти вже включи мене? Ну да, то ти ж зараз прийдеш, подивишся. Да, зараз. Здравствуйте. Вот мы получили такую сковородку. Так, вчера к нам пришла посылочка. Так и обещала я. Не знаю, короче говоря. Есть такие сковороды, которые выпускают. Я ни за что не купила. Но мне не прислали, теперь надо и презентовать. Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. И не только моего канала, а те, которые, может быть, случайно зашли на этот канал. Вчера мы получили такую посылку. Посылку с очень интересной такой сковородкой. Это сковородка пятисекционная, которая позволяет готовить 5 раз быстрее блюда, потому что можно готовить одновременно несколько блюд одновременно на сковороде. Сейчас я немножечко вам расскажу об этой сковороде, а потом мы с вами что-нибудь вкусненькое на ней приготовим и посмотрим ее в действии. Чем особенна эта сковорода? Во-первых, на ней можно готовить блюда одновременно, я уже сказала, и готовить практически без жира. Она, смотрите, если мы посмотрим с обратной стороны, она готовит по-разному, потому что здесь в центре находится такая вставка. Вставка, да, металлическая. Вот муж даже взял магнит, да, и мы, смотрите, мы можем даже проверить. Вы слышите по звуку, что вот здесь вот просто вот притягивается. То есть эта часть с металлом, да. Эти части без металла, здесь алюминий. Вы знаете, что алюминий не притягивается. Вот